И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, ребята, и сегодня у нас, наверное, одно из долгожданных обновлений в Эвриме. Многие там хаяли, что обновление нам ждать не дождаться, когда оно будет и все прочее. Но я, как бы, ну, с чем-то я был согласен, что Эврима, она тухла. Тухла, да, она тухлая, она умерла и все прочее, но сегодня неожиданно для всех какой-то маленький патч, малюсенький патчик вышел для Эвримы. Ну, по крайней мере, скажу за себя, я доволен хотя бы тем, что разработчики уже хоть что-то делают, несмотря на то, что там какие-то судебные разбирательства идут с Донди и все прочее, вот. Но я надеялся и ждал, да, я ждал и надеялся ровно этих гребаных 3 месяца с выходом Эвримы, да, там посчитать июнь, июль, август, сентябрь, ну, можно сказать, 4 месяца, и вот сегодня у нас обрадовали разрабы в официальном дискорде The Isle, что наконец-то вышел патч. Ну что же, давайте посмотрим, что нас ждет в этом патче. Вообще, в первом обновлении нам обещали, насколько я помню, это групповые механики тенантозавров и нового дриозавра. Ну что ж, не знаю, давайте посмотрим, что нас тут ждет. Итак, что можно сказать? Так, по опциям вроде бы я смотрю, что при выборе серверов... Здесь есть у нас, значит, появилось две функции: скрывать полные сервера, скрывать пустые сервера. Ну что ж, давайте попробуем посмотреть вообще, будет ли это работать, или нас сейчас начнет опять выбивать, вышибать и все прочее. Так, ага, отлично, все работает. Ну что ж, давайте прямо-таки тогда на первый незаполненный сервер мы вернемся и сейчас посмотрим, что у нас там по опциям. Новых Дина есть. Так, значит, смотри. Ну, я так понимаю, это Ютараптор. И... Оу, нифига себе, подожди, картинка изменилась. Стой, картинка изменилась. Да, здесь нету того тенантозавра, который постоянно мельтешил при выборе травоядных. Смотри, мы видим Трицератопса. Ну что ж, отлично. Что же нам ждать дальше? Да ты что, да ты что, слушай, а почему здесь горит Ютараптор? Так, смотри, значит, при выборе травоядных у нас теперь есть тенантозавр и есть дриозавр. О, малыш дриозавр. Слушай, если я сейчас нажму на эту картинку, которая мне подсвечивается, интересно, что здесь будет. Я не знаю, ребят, не буду я вам в этой серии, наверное, рассказывать всего того, что изменилось. По ходу действия выхода этого обновления, то есть, что они исправили конкретно. Если вы хотите, если вы захотите, я вам потом отдельно в группе ВКонтакте, я вам сделаю перевод и обязательно все расскажу и покажу. Сейчас мы в этой серии всего лишь рассмотрим с вами то, что нам обещали и за такое время нам преподнесли разработчики. Так, дриозавр. Ну что ж, дриозавр, окей. Так, ну, хорошо, что меня не вышибает при нажатии на картинку с бегущим дриозавра. Ладно, давайте выберем тогда дриозавра. Пол, я смотрю, мы так и не можем пока поменять, это очень плохо. Итак, дриозавр. Ой, какой малыш, посмотри, насколько он великолепен. Да, он полностью идентичен тому малышу дриозавру. Из основного, из Legacy The Isle. Так, а что у нас по чату? По чату у нас нифига, блин, ничего не изменилось. Ладно, окей. Малыш дриозавр. Посмотри, насколько он прекрасен. Это так классно. Ну-ка, стой. Маленький ящер. Я хочу сразу посмотреть, какие крики он вообще исполняет. Слушай, стой, 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 стой. Единичка. Еще разок. И еще разок. Двоечка. Троечка. Четверочка. Блин, да ладно, нифига ничего не меняется, непонятно.
Слушай, я боюсь спросить, а ты норки умеешь здесь рыть или так просто кричать одинаково? Это нормальный смысл твоей жизни. Блин, достаточно такое быстрое существо, я тебе скажу. Слушай, я сейчас нажимаю Б по этому самому, как по привычке, если я нахожусь в The Isle на серверах, где разрешено рыть норки для дриозавра. Маленький, запрыгни на камушке. Нет, не может, по-моему. Ну ладно, хорошо, стой. Так, а мне интересно посмотреть Growth. Так, максимальная скорость и все прочее. Битфорс. Ни веса, ни диеты. Здесь ничего пока что нету. Ну ладно, хоть рост прорисован. И то уже более-менее хорошо. Ладно. Окей, ты меня не перестаешь удивлять, Эврима. Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ой, подожди, я хочу вынюхать, я хочу понюхать местность, посмотреть, как он нюхает. Ух, с таким шумом. Это просто... Да ладно, подожди, стой, даже есть вода. Это впервые такое во время, когда я с первый раз, с одного раза сумел вынюхать воду. Даже несмотря на такое дальнее расстояние. То есть исправление ошибок, я так понимаю, было, наверное, заключено еще и в нюхе всех динозавров, да? Ну что ж, ладно, неплохо. Так, подожди, а мы найдем еще дриозавров? Или на серверах все так же остались Тенонта, Ютарапторы и все прочее? М-да. Так, мне нужна ровная какая-то поверхность, наверное, скорее всего. Я хочу вообще посмотреть... Как дриозавр, допустим, может драться там, не знаю, что он умеет делать, вообще его развороты, повороты и все прочее. На бегущего ой, блин, тенантозавра, боже, простите, на бегущего дриозавра, наверное, в кустах, вот в этих зарослях Эвримы можно смотреть бесконечно. Ты не увидишь ничего здесь нового, но я хочу посмотреть на самого дриозавра. Вне зарослей, боже. Так, подожди, может быть, вот где-то здесь открытая вот местность есть. Вот, хорошо, классно. Давай, малыш, Тенонта. А, почему я не могу скрыть чат? Он мне надоедает. Малыш, Тенонта, боже, я привык, что здесь один Тенонтозавр на протяжении 3 месяцев, и поэтому... Ладно, ребята, не суть, не обращать внимания. Ну-ка, стой. А, что у нас есть по боевочке, слушай. Так, на Ctrl отлично, мы можем красться. Как прекрасно, слушай. Так, ладно. По боевочке что у нас? Чё? Это чё? Это дергание... Это какое-то дергание головой сумасшедшего человека? Или что это? Умирающего дриозавра? Интересно... Ух ты, ух ты, вот это вот интересно. Стой, стой, стой. Это отпрыгивание просто, если тебе грозит опасность какая-то, либо это просто, я не знаю, пинок какой-то ногами. Стой, подожди. Допустим, на нас кто-то охотится сзади. Допустим, на нас. Нас преследует Ютараптор тот же самый. И мы что, даем ему пинка задними ногами? Подожди, ну-ка. Давай, представим на секунду. И прыжок. Нет, по-моему, это просто отпрыгивание. Да, это, наверное, скорее всего, какое-то отпрыгивание, но это не пинок и не более того. Мне интересно знать, у меня еще такой вопрос. Что может вообще сделать малыш-дриозавр против даже того же самого Ютараптора? Но мне кажется, шансов у него просто никаких не должно быть. Ну, если сбиться в кучу каких-нибудь тенонта, опять же, тенонтозавры будут основным прикрытием для дриозавра. Это если только какие-нибудь стадо собирать или, блин, не знаю, еще что-нибудь, тогда дриозавр хотя бы сможет пожить энное такое, знаете, время в стадии. И вообще в игре ты сможешь хоть что-то... поделать, порастить там кого-нибудь, вырастить
как говорится, наследство свое дать, короче говоря, продолжить свой род, да, но не более того. Так, вот я смотрю сейчас то, что на экране появилась такая вот надпись Hold yet to drink, то есть мы можем пить, вы можете пить, не знаю, наслаждаться водой, то есть она стала наиболее какая-то, знаете, наиболее яркая и наподобие что-то более оригинальное Isle. Да. Так, ладно. Ну, пить, я понимаю, пить мы можем, это все хорошо. Оу. Стой, подожди. 14%, то есть у нас даже теперь показывается... У нас даже показывается рост? Если до всего того обновления, что у нас было, мы не могли смотреть вот здесь, если мы нажмем статистику, мы не могли смотреть, вернее, простите... смотреть на эту шкалу, то есть нам не показывалось процент в росте, то сейчас это все возможно. Это, конечно же, очень круто. Так, по группам мне что-то здесь пока непонятно, ничего не ясно. Ладно, хорошо. Так, стой, подожди, мне хочется посмотреть. Угу, статистика у нас так никакая и не появилась. Ладно. Ну, давай пробежимся, я не знаю... Кого мы сможем найти или что мы сможем найти, я пока не понимаю. Вообще, по идее, на этом сервере у нас где-то сидит около 50 человек. Ну, я 50-й, то есть я забил местечко под дриозавра. Да. Стой. Как-то странно... А, ну, со звуками, ладно, я не спорю, со звуками я не спорю, со звуками все прекрасно. В мире и в Риме они продолжают удивлять нас, ну ладно. Так, я хочу, знаете что, я хочу поваляться в грязи. Посмотрел, он просто распластался, как какая-то лягушка, не знаю. После дождя, знаете, лягушки выпрыгивают на горячий асфальт, да, на дорогу, и их раскатывают машины, блин. Мне их так всегда жалко, когда я сам еду на машине, я стараюсь их, честно скажу, я стараюсь их объезжать, но это сейчас похоже вот на тот, на ту... расплеставшуюся лягушку на асфальте, которых, возможно, я когда-то давил. Ну, посмотри, как мил этот зверек закапывается. Боже, это прекрасно. Да, круто. Так, ну что же, давай пробежимся. Я так думаю, что... Подожди, стой. Как-то грязь нас слишком быстро сходит, и я думаю, что, скорее всего, конечно, мы... такая, знаете, добыча для, по крайней мере, для ютарапторов, которые только у нас сейчас здесь существуют, мы будем очень лакомым кусочком. Мы оставляем за собой офигенный просто запах, да. Ладно, хорошо. А что у нас там подсвечивается? У нас подсвечивается еще вода, но, блин. Я и так, в принципе, у водопоя, мне смысл подсвечивать здесь что-то, я не понимаю. Ну, хотя у нас даже и в Legacy подсветка воды всегда идет. Как-то быстро у него прям потерялась жажда. Я буквально проплыл, не знаю, 15 метров, и жажда уже, по-моему, процентов на 10 у нас сбавилась. Я вот не помню именно по Legacy The Isle, насколько у нас голодает и насколько у нас нуждается в воде дриозавр. По-моему, точно могу сказать, что в еде у него она очень быстро тратится, и нам приходится постоянно пополнять его желудочек мелкий. Маленький желудочек его. Хотя сам дриозавр, он не настолько уж и мал. Посмотри. То есть полностью полноценный дриозавр у нас ростом с человека. 23,5 у нас рост. Хм, неплохо. Так, а я хочу сейчас выбежать куда-нибудь на какой-нибудь открытый луг и посмотреть. Ведь мы знаем, что тенантозавры могут кушать прямо-таки на этих лугах. В принципе, как нам и обещали разрабы.
Ну, давай попробуем насытиться дриозавром на этих лугах. Он будет есть у нас, интересно. Да, он кушает у нас траву на лугах, это прекрасно. Все прекрасно, механика работает, мне это очень нравится. Да, все-таки жалко, что мы не можем, блин, рыть норки какие-нибудь, да? Слушай, я бы прям бы специально бы крашил все сервера бы. Не знаю, что это сейчас во мне говорит. То ли радость, то ли злость, но больше, конечно, всего радость. В принципе, я все-таки немножко доволен тем, что хоть что-то нам разработчики постепенно превозносят в Эвриму. Да, они все-таки немножко оживляют этот мир. Да, приходится долго ждать, но кто говорил, что какая-нибудь Вторая мировая война окончится очень быстро, да. Но подожди, стой, я. Стой, почему? Я замечаю, что дриозавр, конкретно дриозавр, подожди, он не наполняет свой голод, свою сытость, вернее, травой слугов. Подожди. У меня даже тенантозавр намного быстрее восполнял голод. Почему дриозавр не может восполнить это? Непонятно, но, возможно, скорее всего, опять же, из-за того, что... О, кстати, я уже полноценный джуф. Это здорово. Но, возможно, из-за того, что патч все-таки только буквально сегодня вышел, поэтому, наверное, так и происходит. Ну ладно, что же, я не буду шибко ругаться. Пропущу этот момент, сделаю вид, что я этого не заметил. Оу, вот уже такой полноценный более крик, послушай. Ага, это у нас единичка, давайте двоечку. Троечка. Четверочка. Ну и, наконец, просто F. Ну, в крике как бы ничего не изменилось. Да и, в принципе, такой маленький зверек особо-то не покричит. Это же маленькое милое существо, которое, блин, всего лишь... я не знаю, что оно может делать в игре The Isle. Ну, просто, наверное, знаете, тем, кто играл в игру Sims, те меня поймут. Да, просто живи, плодись и умирай. Не более того. Да, все-таки плохо, что... Да, вот я смотрю, он ну никак, никаким образом не может восполнить свой маленький желудочек, блин, травой слугов. Это, конечно, очень печально. Ну ладно. Давайте пробежимся, наверное, еще немножко. Слушай, я хочу сейчас вернуться к воде. И посмотреть, возможно, какие-нибудь травы у нас придут к воде. Я не знаю, не уверен. Вообще, я там видел скалы, и на этих скалах у нас постоянно, вот сколько раз я, по крайней мере, замечал, у нас на тех скалах возле той реки у нас тусовались какие-нибудь сиюты. Так, а сейчас я знаю, что хочу. Я посмотреть хочу его разворот. Крутое пике. И резко назад. И резко вперед. И резко назад. Да, все то же самое действует. Все хорошо. Можете меня сейчас прямо-таки в комментах, не знаю, там зашкварить. Боже, типа... Эврима мертва, и, блин, она полная там говно, шлак, какашка и все прочее. Если когда-то я так говорил, то кинь меня сейчас тапком, поставь дизлайк. И найди тот момент, когда я это говорил. Нет, я верю в Эвриму. И я надеюсь, что Эврима со временем станет полноценной игрой. Ну, по поводу того, сколько игроков здесь будет играть, ну, не знаю. Если сравнить с Legacy, то есть с полноценной старой Эвримой, то, наверное,
Ну, 50 на 50, если все патчи разработчики, все те патчи, которые сейчас, по крайней мере, на данный момент есть в дорожной карте, я думаю, да, игроки 50 на 50 разделятся. Хотя даже, наверное, скорее всего, какая-то большая часть игроков Legacy The Isle, они, наверное, скорее всего, останутся в Legacy. Да. Сюда большинство, скорее всего, не переметнется. Хотя не знаю, хотя не уверен. Вот если, допустим, добавят с четвертым патчем, вроде бы как бы с четвертым, да, если я не ошибаюсь, поправь в комментариях. С четвертым патчем нам добавят Дейназуха, добавят Зухамима и добавят Птеру, то, наверное, конечно, онлайн в Legacy немножко упадет, но потом, наверное, все-таки вернется все восвоясь, как говорится. Слушай, я думаю, наверное, надо покричать. Может, все-таки мы будем не одни? Нет, по-моему, мы так и остались одни. Так. Бесполезно. Ну, что-то прям никого я не вижу, блин. Да что за фигня? Так, подожди, что у меня по росту? Рост у меня 38%. Я не знаю, смогу ли я выжить до процентов... Ну, до 100%, блин. Потому что от голода, скорее всего, я быстрее умру, чем я вырасту до самого адолта, дриозавра. Если, конечно, понюхать и найти где-нибудь какой-нибудь куст, возможно, я еще немножко поживу. Слушай, офигеть, какой мы большой след оставляем за собой. Это просто невероятно. Так, ну попробую я выйти, конечно же, еще на луга. Выйду я еще на луг и попробую поесть все-таки нашу травушку-муравушку с лугов. Если сейчас он не начнет наполнять свой желудок, то это... То, знаешь, меня просто начнет бомбить. Ну и чё, дрязавр? Чё, никак, да? Никак? Слушай, посмотри, сколько здесь колосится всякой травы. Не знаю, папоротник там, он рожь какая-то или что это, осока. Но ты не можешь есть. Ну, да, это скорее всего все-таки из-за того, что дриозавра только выпустили. Поэтому мы не можем насытить его желудок. Оу, чем взрослее, тем мы кричим более, знаешь, так голосистее его становится крик. Это неплохо. Угу. Так, присел спать. Посмотри, в какой комочек он свернулся, чтобы поспать. Не-н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 е. Время не для сна, время не для сна, подожди. Я хочу еще побегать на дриозавре. Хочу посмотреть вообще, чем он дышит, что он делает и что еще может. А вот, кстати, по прыжкам, да, по прыжкам я же не проверял его. Ну, в принципе, как и в Legacy, мы можем прыгать. Интересно, в прыжке мы можем вцепляться в какого-нибудь, блин, Ютараптора. Не знаю. Но, по крайней мере, я теперь знаю одно, что дриозавры составят компанию тенантозаврам. То есть они теперь не одиноки. И сейчас я 100% уверен, тенантозавры и дриозавры будут составлять офигенную компанию друг другу, да. Будут такие, знаете, небольшие мини-стады собираться. Да. Так, ладно, хорошо. Давайте немножко еще пробежим. Так, мне нужно поваляться в грязи. Мне нужна грязевая ванна, причем срочно. Чего такое, маленький мой? Давай, давай. Посмотри, как он, как, да, он действительно как лягушонок.
Маленький лягушонок дриозавр. Так, ладно. Пробежечка дриозавра, пробежечка дриозавра. Она необходима, без этого никуда. Шустрый малый, однако, я тебе скажу. По скорости, ну, стой, подожди. Если, допустим, сравнить Юту, по-моему, по скорости дриозавр... Нет, дриозавр все-таки медленнее, да. Даже чуть быстрее Тенонта будет. Скорее всего, но это я не знаю, при росте Джува. Мы же пока всего лишь Джувики. А рост у нас почти 50%. Неплохо. Так, найдем ли мы сейчас какую-нибудь еще вообще траву, я не знаю. Блин. С травой, конечно, какая-то прям проблема. Вот сколько, ребят, честно скажу, играл я в Эвриму, траву мне удавалось найти, не знаю, прям очень-очень редко. То есть найти куст какой-нибудь, чтобы его съесть. Боже, это превыше всего было бы, наверное, да? Это было так божественно, когда я находил какой-нибудь куст, чтобы его склевать. В основном, даже на тех самых Тенонта, я постоянно питался травой слугов. Текс, подожди, я слышу воду. Ну да, в принципе, я и унюхал ее уже до этого. С водой проблем нету, а вот с травой здесь все как-то печально. Оу, какое еще одно шикарное озеро. Нет, вернее, река, простите. Да, было бы здорово, если бы сейчас вот на этих скалах сидели бы какие-нибудь те же самые юты и такие, знаете, посмотрели бы. Ого, нифига себе, оборзевший дриозавр выбежал прямо на них. Текс, ладно. Давай переплывем на ту сторону. Слушай, я сейчас попробую все-таки еще раз прокричать. Возможно, мы найдем какой-нибудь пати. Ну, если не найдем, то я потом, конечно, как-нибудь еще раз сниму для вас отдельно серию по дриозаврам. Сегодня у нас такой как бы обзорчик маленький. Ох, у меня аж уши заложило от его крика еще раз. Ох, ты слышал, как разносится эхо? Это прекрасно, это божественно. Да, крик-то становится у нас все громче и громче, здорово. Честно говоря, я скажу так, ребят, мне будет потом интересно посмотреть, те люди, которые хаят Эвриму, интересно, они будут записывать какие-нибудь ролики и доказывать свое обратное. Да. Ну, честно скажу сразу, я не знаю, никого не хотел обидеть, если так, что вдруг. Либо не высказываю к вам свои претензии, ребята. Ну, сколько людей, столько и мнений. Но сколько я говорил в своих видео по Эвриме, я всегда... Подожди, стой, подожди. Что, я обратно вышел, что ли? Или это у нас две одинаковых таких реки? Что-то я не понял. Подожди. Стой. Аль момент. Так, вот за это я, конечно, сейчас поругаю разработчиков. Блин, висящая река. Нет, ну реально, посмотри, висящий кусок реки. И сразу у нас перепад. Ой, во враг, о боже. Ой, блин. Вот за это я буду дико, 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 дико ругаться на разрабов за Айл.
Текс. Подожди. А, так вот, я не договорил свою мысль. О чем она там была? А, да. В том, что... Почему так много людей ругают Эвриму? Я не понимаю, ребят. Ну, блин, спорить, конечно, можно вечно об этом. Там, типа... Вот они обещали полноценную игру, по итогу они тут вырезали нам какой-то кусок, предоставили его. Ой. В общем, я лучше, наверное, промолчу и буду высказывать только свои мысли по поводу Эврима. Вот. Так. Ну, давай представим, что мы типа насытились, ладно. Так, что у нас по росту? По росту... Оу, подожди. Так, подожди, почему у меня не отображается сейчас? У меня даже пропал человек. Почему у меня не отображается full рост? Ну, то есть, по сути дела, у нас рост сейчас... Сколько там он? 60%. То есть, по сути дела, мы сейчас полноценный adult. По крайней мере, ну, я так думаю. 40% до фула, и это прекрасно. Блин, спасибо большое за то, что у меня сейчас прям-таки сразу на нем синий окрас на его спине, на его голове. Я очень люблю синий цвет. Спасибо огромное. Это совпадение, наверное. Либо это судьба. Так, ладно. Давай вернемся обратно к реке. Давай немножко покричим. Слушай, а давай вообще пробежимся, наверное, вдоль реки. Так, подожди. Подожди. Что у нас тут? Плавающий пень? Или плавающий труп? Да, это плавающий труп Тенонта. Действительно, подожди. Или это... Да, это мертвый тенантозавр. Ой-ой-ой-ой-ой. Маленький ты мой малыш. Кто же тебя так? Или это баг? Что это? Подожди. Подожди. Давай куснем его. Или это... Наверное, это тенантозавр, который представляет себя в будущем. Представил, вернее, что он будущий Дейнозух, да? Я не пойму, что это за труп вообще, но он просто тупо висит в воде. Возможно, игрок какой-нибудь просто умер здесь. Непонятно, непонятно, ладно. Давай пробежимся вдоль. Блин, мне так иногда кажется, что мы бегаем все в одной и той же местности и никуда не уходим. Знаешь, замкнутый круг, блин. Такс, что у нас по росту? 64,5%. Да, больно быстро, я тебе скажу, растет этот малыш. Мне интересно, если бы мы бы могли бы сейчас питаться какими-нибудь кустами, не знаю, травой, мы бы тоже бы настолько быстро бы росли. Ну, я так понимаю, на протяжении всего того времени, что мы играем, я не знаю, сколько там прошло времени. Ну, наверное, полчаса, то есть буквально минут за 40 можно вырастить малыша-дриозавра. Подожди, стой. Слушай, он ничем практически не отличается. Ну, вот если вот так вот навскидку со стороны посмотреть на его вид, он ничем не отличается от тенантозавра. Нет, реально, я тебе серьезно, посмотри, та же голова, те же складочки на его голове, те же складочки на шее, на руках, на ногах, тот же длинный хвостик. Да, малыш, да ты что-то, мне кажется, более крупный, чем я мог подумать. Но действительно, согласись, это красавец. Боже, я люблю тебя, мой сладкий. Так, ладно, окей. Давай попробуем крикнуть. И в ответ тишина.
Я хочу пробежать вон к тому большому холму, вон к той большой горе. Посмотреть, может, там тусуются какие-нибудь ютарапторы, которым я отдамся на съедение, уж ладно, так уж и быть, под конец серии я отдамся голодным ютараптором, чтобы меня съели, блин. Нет, на сервере полно людей. Ну, по крайней мере, я зашел на сервер, где 50 человек. Ну, в принципе, тут все такие сейчас сервера. Тут нету там серверов под 100, под 150, либо больше. 50, в принципе, хватает, чтобы найти кого-нибудь и поиграть в пати вместе. Ох, большой мир Эвримы. Ислы Эспера настолько огромны, что я не знаю, сколько нужно времени, чтобы пробежать с одного конца в другой конец, блин. Ладно, это будет понятно, наверное, тогда, когда появится у нас в игре птеры, скорее всего. Чтобы перелететь, простите, с одного конца карты на другой за, там, не знаю, за 2-3 минуты, блин. Ну, хотя, мне кажется, и скорость такая у птер не будет. Ну, хотя бы, по крайней мере, минут, ну, за 10. Со всеми остановками, передышками, там, маленькими перекусами и всем прочим. Так, ладно, давай отправимся обратно к той большой горе, куда я и шел. Надеюсь, там не будет сейчас никаких холмов, таких шибко страшных, через которые, либо на которые я не смогу забраться, как это было в серии по Теном-то. Да, малыш. Малыш очень громкий. Что у нас по росту? 73%. Неплохо. Статистика так и не появилась. Ладно, ну я думал, по крайней мере, хотя бы при росте будет у нас появляться какая-нибудь статистика. Но не тут-то было. Мечтай дальше. Мечтай дальше, Скай. Это не для тебя, да. Да и пока что не для кого, наверное. Экс. Мне вот все-таки интересно, что с групповыми механиками у нас там творится на тенантозаврах и на ютарапторах, но я думаю, что этому я посвящу отдельную серию. Блин. Ну вот тебе и на. Вот я тебе и провалился в какой-то, не знаю, какой-то окоп. Да, на Тенон-то, конечно, было бы здесь намного проще перепрыгнуть. Неужто я здесь один? Так, вот как я и говорил про холмы, которые здесь могут быть. Блин. Так, а где у нас этот... А, вот он, все, я вижу эти камни сложенные. Слушай, я, честно говоря, я не помню, как называют их игроки. Вот этот вот... Вот эту гору, как называют игроки, я не помню, но какое-то такое своеобразное название, что... Ой, блин. Не буду врать, короче. Да давай ты уже, боже, да залезь ты туда. Да, по-моему, не судьба. Нет, я это сделаю. Слушай, а в прошлой серии по Тенантозавру я не здесь ли был? Не к этим ли камням я шел? Да, по-моему, к ним самым я и шел. Попробовать обойти где-нибудь. Наверное, не получится. Да, я, конечно, хотел, ребят, сначала для вас записать какой-то, не знаю, ну, знаете, такой отдельный видосик, чисто там, не знаю, нарезочки сделать по Дриозавру, а потом такой думаю, а почему бы нам просто не... Почему бы мне просто не снять видос, допустим? Ну, примерно такого плана, как будто мы
сделаем обзор на стриме. Да. И, кстати, и пораститься сразу можно, посмотреть все фейлы, которые могут произойти. Да и просто немножко окунуться вновь в мир Эврима. Да, мне это удалось. Оу, да, да посмотри, мы уже выросли, мы полностью... Ну, по крайней мере, мы не фул, но мы адолт. Ну, вроде бы как крики полностью совпадают с криками из Legacy. Да, было бы здорово, конечно, если бы он мог все-таки рыть норки. Я бы крашнул сервера. Так, обижать этот холм еще разок. Подожди, ну где-то же у нас должен быть заход. Я в прошлой серии, повторюсь, по Тенонте, я не знаю, я потерял столько времени, чтобы зайти на этот холм, и, по-моему... Оу! Вот, кстати говоря, теперь от падений, да, мы можем получать урон. У нас первый экран. Здорово. Ох, ох, это смерть, это смерть. Ох, это так обидно. А помните те моменты, когда мы на каком-нибудь Тенантозавре или Ютарапторе могли бы прыгать, не знаю, с необычайных, с самых больших высот, и ни капельки бы не переломали бы себе ноги? Помните? Я помню эти моменты, я помню первый свой стрим, когда я падал с огромной скалы и... Блин, он как бессмертный, не знаю, какой-нибудь Дункан Маклауд просто выживал. Всего лишь нужно было отрубить голову, тогда ты погибнешь. А тут... Боже. Да, это был смертельный прыжок. Блин, обидно, что я все-таки не дорос до фулового. Это было бы здорово. Да. Ладно. Короче говоря, я буду спать, я буду укладывать своего малыша-дриозавра Абаеньке, вот. Если хотите, друзья, я потом для вас в группе ВКонтакте, я напишу полностью все изменения, но они не так уж и интересны, я уже почитал по всем изменениям, для себя перевел, что разработчики исправили, что добавили. Если вам будет интересно, я потом в группе ВКонтакте отдельно сделаю для вас постик. Вот. Да, отдельную серию я, конечно, сниму еще, наверное, скорее всего, по группам. Посмотрим, что вообще представляют из себя групповые вот эти механики, которые нам обещали разработчики. Но у нас теперь есть полноценный зато дриозавр. И, по крайней мере, наверное, Эврима чуть-чуть ожила, ну... На 10% хотя бы, да? Ну, если бы я бы рассмотрел групповые механики, то, возможно, наверное, процентов на 20. Теперь дриозаврики могут составить компанию Тенонте, а Тенонте могут составить компанию дриозаврикам. Вообще, я еще почитал, что дриозаврики, по-моему, у нас могут давать некий отпор Ютарапторам. Да, но только, опять же, Джувам, но не фул. Ну что ж, ребят, маленькая частица того, что все те, кто верит в будущее Эвримы, нам, в принципе, превознесли. И это очень, конечно, классно. Да, данное обновление, конечно, достаточно дофига весит. Целых 7 гигабайт. Мазафака. Короче, ставь палец вверх, подписывайся на канал, жми колокольчик. Ребят, бегом в Эвриму. Пока-пока.